В Кызылорде прошел фотоконкурс среди детей с особыми потребностями. Свои работы представили больше 40 участников. Авторов 10 лучших фотографий отметили денежными призами. Для молодых талантов организовали веселый праздник в одном из развлекательных центров города. На мероприятии также выступили юные артисты специального инклюзивного клуба. Счастье видеть, как ребенок играет с другими детьми, смеется, пытается разговаривать. Мы водим ребенка к логопеду, получаем регулярное лечение. Сейчас уже есть достижения в развитии. Пусть все дети будут здоровы. Все наши дети обучаются на дому, поэтому наша цель – подарить им праздник, хорошее настроение, вселить в их сердца любовь и доброту. Мы стараемся ежемесячно проводить различные мероприятия для наших деток.